Сегодня в правительстве представили три сценария развития экономики страны до 2027 года. Это базовый, оптимистический и пессимистический. По данным главы Минэкономики Алибека Куантырова, при первом сценарии предлагается использовать среднюю цену на нефть на уровне 85 долларов за баррель и расчетный курс доллара США на уровне 470 тенге. При оптимистическом предполагаемая стоимость нефти определена на уровне 110 долларов за баррель. Курс доллара США 440 тенге. Пессимистический сценарий предусматривает цену на нефть 60 долларов за баррель и ослабление курса до 500 тенге за доллар США. Прогнозируемый реальный рост ВВП составит в среднем 3,5%. Инфляция во всех сценариях определена в 2023 году на уровне 7,5-9,5%. В 2024 году на уровне 4-5% с последующим снижением в 2025-2027 до 3-4%. А вот по словам главы Минфина Ерулана Жумаубаева, ожидается, что в следующем году в бюджет поступят почти 18 триллионов тенге. При этом дефицит казны прогнозируют на уровне 2,7% к ВВП. Вот основная доля расходов будет направлена на социальную сферу, отметил министр. В 2023 году на социальную сферу запланировано 8 триллионов тенге. Средства будут направлены на выплату пенсий и пособий, развитие системы образования, здравоохранения, культуры и спорта, стимулирование молодежи.